Я нахожусь один в студии и могу делать вот так вот. Бах, появился слайд, могу взять его и передвинуть. Следующий слайд включить просто двумя пальцами и могу взаимодействовать с презентацией. Это я сейчас делаю, чтобы показать вам, чтобы вас заинтересовать, чтобы вы увидели возможности этой видеостудии. Давайте остановимся поподробнее. То есть фон вырезается, и я вижу графику перед собой на специальном сенсорном стекле. И обратите внимание, как я на нее смотрю. И прямо на ней можно рисовать пальцем. Да, вот давайте тут какую-нибудь стрелочку, например, нарисуем. Да, или выберем другой цвет и красным уже. Ну, давайте вот эти 1275 обведем. Ну и какой-то там. Все, что мы нарисовали на этом слайде, оно на нем и остается. Давайте напишем какое-нибудь слово. Вид. Да, можем выбрать другой цвет. Например, вот такой оранжевый и что-то подчеркнуть. Дальше. Я пишу, как мне удобно, видео сразу же зеркалится. Чтобы все удалить, мы можем использовать специальную волшебную тряпку. Так, секундочку. И все стереть. Взяли все и стерли. Ну и есть, конечно же, кнопочка корзинка. Корзинка. Вот. Давайте по порядку. Значит, меня зовут Семен. Эта видеостудия называется видеодоска. Я ее так называю. Здесь много разных технологий применяется. Собственно, позволяет вот так вот взаимодействовать с презентациями, но если вам неудобно пользоваться сенсором, можно использовать кликер. Да, и давайте выйдем из режима рисования и перейдем в режим взаимодействия с графикой. Собственно, гифки можно вот так вот брать и взять огонь, например, и передвинуть. Есть интересный инструмент. Ну, во-первых, графика вот так вставляется. Чем она красивее, тем красивее ваша картинка. Вот, тут на прошлом видео что-то рисовал. То есть можно приближать, ну, вот так вот, например, взять, немножко уменьшить. Или увеличить. Да, и чуть пододвинуть. Слайдом презентации может быть сайт. Вот это наш сайт. И мы можем прямо его скроллить. То есть мы его сделали немножко прозрачным, можем его скроллить. Что еще? Как это готовить? Тут разные у меня слайды, я объясняю, как. Ну, давайте по примеру. Вот это примеры в нашей видеостудии, записанные. Кстати, вот это вот написано маркером. Это я. Как это работает? Это вот технология позволяет в два раза быстрее реально видеоурок записать, потому что я сейчас один, я даже не подхожу к камере, я съемку останавливаю, начинаю либо вот этим пультом, либо сенсором. И, собственно, вот такие эффекты получаются. И эта автоматизация съемки, она позволяет быстрее и дешевле записывать видеоролики. Ну и главное, с вот такими уникальными эффектами. Вот как это работает. Передо мной стекло, мониторы, сзади фон, черные светильники. Вот как это выглядит со стороны. Давайте посмотрим несколько картинок. Кстати, давайте расскажу о... Дальше расскажу. Вот картинки. Вот так вот все примерно выглядит. Скоро это будет иметь возможность еще и... Давайте во весь экран сделаем это видео. Собственно, мы хотим, чтобы была возможность интеграции со смартфоном. Допустим, вы ведете вебинар вот в таком крутом формате, и ваши зрители могут прямо с смартфона смотреть то, что вы нарисовали, оставлять какие-то заметки. Да, вот мы вот так же сейчас берем, пишем и можем рисовать прямо на слайдах презентации. Хочу представить вам новый процессор Sony, который даже еще не вышел в продажу. Мы его ждем уже несколько месяцев. Это нейропроцессор, который позволяет извлекать рукописный текст и работать с пространствами. Здесь у нас просто слайды, как это все рисовать. Давайте еще вам пару фишек покажу. Отлистаем назад на самое начало. Ну, чтобы вот такой эффект, да, получить. Вот самое простое, да, с чего вы можете начать, там, без всяких слайдов, без всякой такой штуки. Вы можете просто взять и прийти что-то нарисовать, и можете прийти с маркером. То есть вы можете на этом стекле рисовать уже не сенсором, да, это там не особо всем удобно. Взять и включить вот такую подсветку. Бах, RGB подсветочка у нас появилась. И мы можем рисовать маркером.
Это обычный флуоресцентный маркер, не совсем обычный, но тем не менее он вот так вот светит, и он может быть, надпись этого маркера может быть разными цветами. Ну, я беру просто RGB подсветку и делаю фиолетовым, зеленым, синим, красным и так далее. Но давайте поговорим о другом. А есть еще желтый маркер, да, вы можете взять и что-нибудь уже написать немножко желтым. Или, допустим, что-то взять и выделить уже красным. Вот. Такие возможности у нас в видеостудии. Как это все стирается? Стирается это все при помощи той же волшебной тряпки. Мы так вот берем и... Вот. Ну и потом мы просто берем обычное бумажное полотенце и немножко стираем им. А вот. И оно все вот так вот легко стирается. Легко стирается. Но если у вас вся доска прям изрисована, вся прям доска изрисована наглухо, да, то что можно сделать? Что еще можно сделать? Парам-парам-пам. Пум. А что у нас произошло? Что-то у нас произошло. А, ладно. Собственно, что-то произошло, ну и ладно. Если вы много-много-много прям нарисовали, прям у вас там график, у вас там стрелочки, там рост биткоина, вот здесь вот был пик, да, у нас здесь кто-то заработал $1 000 000, то мы можем взять вот такой инструмент, у нас же все автоматизировано, я же один в видеостудии, я же не буду, я же инноватор, это же инновации, ну и, собственно, брать вот так вот. Да, и остатки мы удаляем все теми же обычными бумажными салфетками. На этом, в принципе, все. Оставляйте заявку на нашем сайте, приходите к нам в видеостудию, используйте новые технологии, и удачи вам! Сейчас нажму вот эту кнопку, и съемка остановится.